Каким счетом? Ну почему же ты меня не слушаешься? Мя-мя, я хочу пи-пи. Ну сколько раз тебе говорить, я не твоя мама, я твоя няня. Мя-мя. Ах, вот ты как, полезай-ка ты тогда в глуховку. Вот, смотри, вот, просто залезай в духовку. Вот так, сейчас мы тебя закроем и все. А мне понравилось. В смысле, тебе понравилось? То есть, мы тебя закинули в духовку, а тебе все равно понравилось? Боже мой, ребят, вы видели, как он просто вылетел из духовки? Я просто в шоке была. Ребят, давайте мы еще раз его закинем. Вот, смотрите. 3, 2, 1. О, боже мой, ребят, что это только что было? Да, ребят, я такого, конечно, вообще не ожидала. Ну ты даешь, конечно, ребенок в желтом. Мя-мя. Я тебе не мама. Ну ладно, говори, что ты хочешь? Я хочу пи-пи. Да я знаю, что ты пи-пи хочешь. Ну, говорись ты уже. Вот сейчас. А, ты что сделала? А я разбила вам одну тарелку. Ну ты не переживай. Я хочу пи-пи. Пи-пи я хочу. Пи-пи ты хочешь, хорошо. Вот тогда вот, вот. Вот мы тебя прямо сюда положим. О, смотрите, как он сел, кстати. Классно. Ой. И давайте. Блин. Так, засовываем его сюда, закрываем его и... А, его смыть же нужно, точно. О, куда делся ребенок? О, боже мой. С тобой все хорошо? Конечно. Я даже уже помылся. В смысле, помылся? Ребенок желтый, с тобой все хорошо? Ну ладно, зато Дарина уже все свои дела сделал, да? Да-да. Да-да, ну вот и все, вот и отлично. Ня-ня. Он первый раз меня назвал няней. Боже мой, ребята, это уже праздник, можно уже и отмечать сразу. Ну что такое? Я хочу кусать. А, ты кушать хочешь? Ну хорошо, сейчас я тебя покормлю, ты главное не переживай. Сейчас мы тебя поставим на твой этот, на твое место, ой, на твой стульчик. Давайте вот сюда его поместим. Только посмотрите, кстати, какая у него голова. Ага, просто вообще огромная. Да-да, ладно, хорошо, давайте мы с вами тогда принесем ему еды. О, яйцо. Боже мой, да как можно вообще делать, знаете? Яичницу какую-нибудь и так далее. Ладно, давайте мы просто сделаем сейчас бутерброд. А, просто давайте. Вот сыр положим сюда. Сыр. Вот так давайте. Потом еще и колбаску, еще один хлеб. Вот и все. А, нельзя делать бутерброд. Ну ладно. Тогда мы тебе дадим хлеб. Вот, держи тебе. Эй, что ты делаешь? Мне не нравится просто хлеб. Не нравится? Блин, а что мне тебе тогда принести вообще? Так, вообще. О, огурец. Вот, держите огурчик. Огурец я тоже не нравится. Да, ух, что мне делать с этим-то ребенком желтым? Я даже не знаю, может тогда помидорка тебе нравится? Тоже не нравится. Хм. Тогда что мне сделать? Пошлите обратно. Идемте обратно. Может быть его... О, бутылочка ему точно понравится. Давайте мы ему дадим бутылочку. Вот, держите бутылочку. О, как вкусно-то. Да, я заметил, что тебе было очень вкусно. Только посмотрите на него. У него здесь всякие пуги вылазят. Точнее, он естественно обделался. А вы что думали? Естественно, ребенок желтого, это вообще для него нормально просто обделываться. Поэтому пойдемте, мы его помоем. Он уже не терпится помыться. Так естественно. Ребенок желтым, почему он только что телевизор включился? Ну ладно, давайте мы с вами присядем вот сюда. И положим стиралку. О, смотрите, как съел. Все, закрываем, пока. А успеть подписаться и поставить лайк за 3 секунды. 3, 2, 1. Молодец. Нет! Да ничего страшного, зато ты помоешься.
О, боже мой, ребят! Да ребенок желтого и вправду помылся! Боже мой, вы только посмотрите, какие на... у него глаза, у него вообще так крутится! Ребенок желтого, с тобой все хорошо! Да! Да, я заметила, что с тобой все хорошо, но только ты не помылся! Почему ты не помылся? Не знаю. Еще и говорит, не знаю. Ну ладно, значит так останешься. Что мне еще надо делать? Хочу пить. Он сказал, что он хочет пить. Что мы могли бы ему дать? Давайте мы сейчас подумаем, что мы могли бы дать ребенку в желтом, чтобы он попил. Давайте положим его на стульчик, да? Так, чтобы мы попить ему дали. Так, это свечка, это то. Так, в шкафу у нас ничего нет. Так, это тоже нет. Это вообще ванна. Куда мне можно вообще сходить, чтобы была вода? Давайте посмотрим в ящиках, может быть, где-нибудь здесь. Так, здесь тоже ничего нет. Так, здесь тоже. Здесь тоже в холодильнике ничего нет. Ладно, давайте все закроем тогда, чтобы ничего открытого не оставлять. Все, тогда что нам остается? А это что такое, ребят? Смотрите. Открыть дар врача. Что? Что такое открывается-то? Ребят! О, боже мой, да здесь есть куча для тебя воды. Да? Да-да, смотри. Вот сейчас мы возьмем вот это вот желтое зелье. А откуда ты шапку взял? Не знаю, нашел. Боже мой, что с тобой происходит? Ну ладно, держите зельку. Привет. Что? Ребенок желтым летает? Мне это не кажется, ли он летает? Боже мой, ребят, смотрите. А вот где здесь мяч, шарик? Смотрите, летают шарики, и вместе с ними ребенок желтым. Боже мой, ребят, да это сойдет как и декорация, знаете? Есть такие, короче, шарики, которые надуваешь, и они летают. С гелием. Вот и получается, вот. Мне больно. Ой, прости, я не хотела. Я ж не знала, что ты, у тебя это заканчивается все. Вот. Ой, ну прости, пожалуйста, я не хотела, ладно? Ладно. Хорошо, тогда давайте мы возьмем ему другую зельку. Какую же взять? Возьму-ка я синюю. Ребенок желтым, откуда ты эти шляпы берешь? Не знаю. Сам не знает, боже мой, ребят. Ладно, держите вот эту зельку. Как ты стал маленьким? За одну секунду. Боже мой, ребят, вы только посмотрите, какой ребенок желтым маленький. Я просто не представляю. Вот смотрите. Он же супер маленький, он как игрушка. Подождите, давайте сходим наверх, я вам покажу просто его игрушки. Давайте идемте быстрее, пока зелька не закончилась. Вот, вот его игрушки, вот он. Подождите, могу ли я его туда закинуть? Вот, смотрите! Его просто не отличить от игрушек! О, все. Теперь ребенок желтым стал уже большим. Теперь его уже реально можно отличить. Поэтому давайте мы его поставим его опять же на свой стульчик и возьмем уже, получается, нам осталось красный и зеленая зелька. Ну тогда давайте мы возьмем с вами красную зельку. Боже мой, ребят, я не могу с этим уже ребенком! Ну слушай, а ты выглядишь прикольно с этими очками. Ну ладно, ты хочешь вот это попить? Да, конечно. Хорошо, пей. Боже мой, ребят, вы видели, что здесь? Фу. Ой, боже мой, ребят, что только что произошло? Привет. Боже мой, ребят, а ты не взорвался, с тобой все хорошо? Все просто отлично, ты посмотри на мои очки. Ты еще думаешь, что что-то плохо? Ну да-да, ладно. Ты только что просто взорвался. И не знаю, вроде бы все нормально с тобой. Ну и ладно, последняя зелька, которая нам осталась, это зеленая. Давайте возьмем зеленую зельку и... Боже мой, ребят. Я не могу с этого. А! Что? Я ему уже дала зельку, и он пукает. Боже мой, ребят. Мне не показалось или только что малыш пукал? Подождите. Боже мой, он летает, он пукает и летает. Боже мой, ребята, я не могу с этого ребенка. Боже мой, видели только что, что он делал?
Боже мой, я просто в шоке с этого реально ребенка! Вы посмотрите, что он надел только что! И это похоже на какую-то маскировку, даже можно так сказать! Он надел очки с усами! Боже мой, ребят! Как ты теперь нормального ребенка-то вернешься? Я хочу поиграть в прятки! Прятки? И как ты думаешь, как я с тобой вообще поиграю сейчас в прятки? Не знаю! Ну ладно, давай мы с тобой как-нибудь поиграем! Ладно, пошли. У меня есть кое-какая идея, давайте. Вот так заходим в шкафчик аккуратно. Смотрите, вот так. И закрываем. О! Куда малыш пропал? Подождите. Я слышу, что он где-то здесь. Подождите, где малыш? Эй, я тебя... Ха-ха, ну конечно... Ну, Петя нашла. Ага, давай еще раз. Еще раз? Ну ладно, ладно, я согласна, давай. Давай. Все, давайте так же залезаем мы с вами в шкафчик вот так аккуратненько и закрываем. Опять пропал. Так, интересно, где же он сейчас будет? Так, ребят. Его нигде нет. Подождите, ребят, а где малыш-то? Я найти его не могу! Что, смеетесь, ребят? Что, где-то наверху? Боже мой, он здесь! Он застрял, ребят, он застрял! А, все, все хорошо, да? Ага! Ого, я просто не понимаю, как ты так быстро спрятался? Ну еще раз. Ладно, последний раз только, ладно? Ладно. Хорошо, давайте так же залезаем, закрываем и... Пропал. Ладно, хорошо. Так, и где же ты сейчас? О, он опять за телевизором, мне кажется, да? Ага. Ну да, ага. Все хорошо? Да, все хорошо. Ну ладно, это самое главное. Я хочу поиграть в баскетбол! Как я с тобой буду играть в баскетбол? Ну, вот смотрите, я здесь видела, что у него где-то... Только, ребят, как я с ним реально поиграю в баскетбол? Он же маленький! Тем более у него нет ни мяча и ничего. Так, что ж мне делать-то? Что ж мне делать? О! Смотрите, это же не вот это то самое кольцо для баскетбола. Подождите, а если мы его попробуем закинуть как... Мяч? Не, подождите, он не влезает. Давайте вот так. Оп! Пролез! И смотрите, у меня написано 2 очка. Давайте, может быть, 3. О! Ребят, а смотрите, а если вот мы с ним так будем долго играть, интересно, что случится? Мне очень нравится играть! Да? Хорошо. Ой, ребят, смотрите, когда я добила 10 вот этих, получается, очков, у меня появился салют. Ты видел? Да, я видел. Я хочу гулять. Как я с тобой здесь буду гулять? Так, где же мне с ним гулять-то? Подождите, ребят. У нас двери открыты. Я что, реально могу погулять здесь? Смотрите, здесь заперто, подожди. Ребенок Джода, ты меня удивил. Только... Ой, прости, прости. Так, смотрите, и как? Ты, тебе здесь нравится гулять? Да, мне здесь нравится гулять. Да? Ну все, ой, подожди. О, смотрите, здесь есть какой-то лифт. Я вызываю лифт. И что случается? Так, это... Так, хорошо, ты хочешь в лифт пойти? Да. Ну ладно, давайте пойдемте в лифт вот сюда. Хорошо, едем. И куда ты нас приведешь? Так, странно, ребят, вы уже видели, что случилось? Мы, короче, зашли в лифт, и мы опять оказались здесь. Ну ладно. А тебе понравилась прогулка-то? Да, конечно, это была самая лучшая прогулка. Ну, это отлично. Мя-мя, пошли на второй этаж. Что ты сказал? Пошли на второй этаж. Зачем? Я тебе хочу кое-что показать. Хочешь мне кое-что показать? Да. Ну ладно, показывай. Поднимайся.
Хорошо, я поднимаюсь. А что ты мне хотел показать? Зайди в эту комнату. Вот в эту? Да. Ладно, хорошо, я захожу. И что ты мне хотел показать? Закрой двери. Хорошо, закрываю двери. Так, что ты еще? Мне что скажешь? Смотри, там есть книга. Так, подождите. Ключ к тайнам. Смотри, что я нашла. И от чего это ключ? Посмотри наверх. Что? Это какой-то чердак? Слушай, а ты откуда это знал? Мне мама показала. Тебе мама показала? Ну ладно. Может быть, забраться на этот чердак? Ладно, я пойду на этот чердак. 100%. Воу, что это такое? Куда ты меня привел? Посмотри, какие картины. Да, картины очень, на самом деле, красивые. Да, очень красивые, конечно. Да, ничего не сказать. Только один вопрос, почему здесь есть даже такие картины, на которых ничего не нарисовано, типа то, что все зачеркнуто. Ну, не знаю, а это что такое ближе? Что это такое? А ребенок где? Подождите, ребят, я вижу здесь какого-то кота, а где ребенок в желтом? Так, ребят, здесь, смотрите, какие-то синие лапки. Что это такое, ребят? Я вообще не понимаю. Здесь синие лапки, да еще и какой-то кот. Так, смотрите, мы подходим ближе, ближе и... Приближается черная кошка. В смысле? Нет, никакой черной кошки. Нет, 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 нет. Пожалуйста, не надо. Я ухожу уже. Черная кошка. Будет в 2022 году. То есть в этом году придет еще какая-то черная кошка. Скоро. Еще эта черная кошка открыла там глаза, посмотрела на меня. Как будто бы меня запомнила. Слушай, ребенок желтый, нам нужно срочно спускаться. Пошли отсюда как можно скорее. Боже, зачем ты мне это еще и показал? Я вообще в шоке, откуда ты это знал все? Мне мама рассказала. Да ты мне это уже говорил. Я хочу играть. Играть ты хочешь? Хорошо, я там видел тебя внизу, что был ящик с игрушками. Да. Хорошо, сейчас я тебе достану, вот коробка. Вот в коробке вот есть, получается, мячи, о, баскетбольные мячи, поезда, врачи какие-то, блоки, шарик. Шарики. И давайте посмотрим, что здесь вообще это все. Воу. О, мне нравятся эти игрушки. Не думаю, что тебе, конечно, это нравится. Потому что, видите, вот смотри. Видишь, сколько много игрушек? Это все не те. А какие еще есть? Вот есть еще какие-то рандомные. Странные такие. Не знаю. О, что это такое? Смотрите, тут удочка выпала нам. Боже мой, кто ты? Подождите, кто это вообще? Вот, смотрите, тебе это нравится? Мне эта игрушка нравится. Нравится? Она со мной сидит, подождите, давайте убираем игрушки. Убираем все игрушки. Ты зачем брала эту игрушку? Мне она так нравилась. Ну не знаю, вы видели, это уже был какой-то глаз, который со мной как будто бы разговаривал. Да, я тоже умею так разговаривать. Да? А, конечно, так я тебе и поверила. Ну так мы с малышом и поиграли. Там просто такой побежал класс какой-то странный, вообще непонятный. Я обиделся. Ну ладно, сейчас я тебе кое-что сделаю, кое-какой один сюрприз. Смотри. Вуаля, смотри, как я тебе приодела пчелку. Ты даже не рад, почему? Ой, какой я красивый. Это же просто, посмотрите на меня, я пчелка. Да, по тебе так и незаметно, что ты очень рад, но мне очень нравится этот костюм. Вообще, смотрите, какая он пчелка. Вообще, так это прикольно. И, в принципе, на нем это сидит хорошо и все такое. Кстати, ребят, а я хотела кое-что одно узнать. Пошли мы с тобой наверх, малыш. Мне нужно кое-что тебе показать срочно, прям срочно. Давайте, мы пойдемте его в комнату. Я уже несколько раз слышала то, что... Подожди, ты сядь сюда, на стул. То, что в ребенке в желтом можно кое-что сделать. Смотрите, видите, вот эту железную дорогу, по сути. Ну, рельсы, там железная дорога. И давайте мы достанем с вами поезд. Поезда, получается, давайте вот так. И смотрите, мы берем этот поезд и ставим на железную дорогу. Ну, на игрушечную, естественно. И смотрите, и паровозики едут. Я просто в шоке, ребят, с этого. Видите, оно едет просто, ребят. Вот это то, что я видела.
Ну и что, тебе нравится с этим играть? Отти, это да, классно! Спасибо, то, что ты не показала! Я кушать хочу! Опять ты кушать хочешь? Да боже мой! Да сколько тебя кормить-то можно? Ты вечно хочешь кушать! Да, я хочу кушать! Кушать он хочет! Ага, сейчас! Я тебе тогда в холодильник засуну, чтобы ты не просил меня есть столько. Вот, все. Вот там и сиди. Наелся? Мне невкусно. В смысле тебе невкусно? Я не наелся. Я не могу с этого ребенка. Он еще и говорит то, что он не наелся. Мне холодно. Ладно, ладно, все. Прости меня, пожалуйста, я так серьезно не хотела. Ладно, пластер. Ну все, ты уже наигрался? Да. Наелся? Да. Вот смотри, я даже ему купила костюмчик. А он все равно чем-то недоволен. Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Ну и пока. Переходите на следующее мое видео, увидимся там.